Дачное карате снова вас приветствует. Сегодня мы представляем такой вот манекен. Вот этот манекен с ручками. Эти ручки снимаются. Вот так вот. Сделано все из металлопластика, который используется для водопроводных труб и для труб отопления. Такой вот новый материал, можно сказать. Сюда я прикрепил старые свои перчатки, старые свои накладки. Они очень хорошо крепятся. Сделал вот такое обрамление. Зацепил сверху. И вот здесь у меня тройничок водопроводный, который сделает мне две руки. Две руки. И на каждую руку вот такая накладочка, чтобы можно было снять, убрать. Вот такой у нас получился манекен. Вот мы можем на него посмотреть еще раз с другой стороны. Вот такой вот деятель у нас возник. Чем хорошо это устройство? Ну, во-первых, мы, сражаясь, видим, что мы можем сами получить, особенно когда вот он качается. Вот он качается и может вам тоже влепить после вашего удара. Если вы не уйдете с линии атаки, то он вам тоже может нападать основательно. И в бок тоже боковые. Можно менять конфигурацию чуть ниже, чуть выше, кому как хочется. Вот, можно отрабатывать удары из-под руки, да, чтобы было ясно, не всякий удар пройдет. Или сверху надо, или снизу, или из-под руки. Но здесь, к сожалению, челюсти нету, но вот пусть будет скользящий удар. Это удар в челюсть. Вот такая штуковина. И удобно, конечно, что вот тут ручки какие-то стоят. Ручки стоят, прихватил руку, бабах. Да? Можно даже вытянуть на себя. Вот такие вот. Можно удлинить руку, сделать ее вот такой вот. Вот. И проходить под нее или над ней. Или удар сверху над рукой делать. Вот рука. Да? Мы пробиваем. Вот рука. Мы ее отстранили. Вот, вот раз. Ну как он ударит меня. Ух ты, какой опасный. Да. Вот такая штучка, вроде простая, но очень удобная именно для того, чтобы, ну, поближе к реальности быть, поближе к реальности. Примотали клейкой ленты, и все замечательно, хорошо. Можно для демонстрации еще приодеть вот такие красные перчаточки. Вот приодеваем такие красные перчаточки, и тогда видно, как с этим делом работать. Конечно, иллюзия того, что тебе никогда не попадет, сохраняется до тех пор, пока ты не устал. Как-то устал, вспотел, начал дышать тяжело, руки плохо поднимаются уже. То есть когда основательно поработал, тогда ты начинаешь терять бдительность и можешь начать получать. Вот, прихватил, ударил, да, отбил, ударил, раз-два, да, или раз-два. Да, вот, заблокировал две руки. Ну, конечно, они не такие, как у человека, но тем не менее можно. Можно. Вот, подлиннее. Вот эта рука летит. Вот она летит. Да, вот она. Я ее ловлю тут. Да. А вот он закрылся. Вот он закрылся. Тоже очень удобно пробивать. Куда? Раб. Сверху, сбоку, снизу, сверху, снизу, корпус, корпус. Слышно, как птички поют, кто-то траву косит, тут долгоносики жрут наши плодово-овощные культуры, а мы их душим тоже такой, знаете, прыскалка такая вот, тысячу раз сделаешь, одной рукой, тысячу другой.
сад от долгоносика защитил и заодно разработал кисти очень основательно. Ну вот мы продолжаем с нашим работать с нашим человечком. Как его назвать? Объявим конкурс. Как назвать вот этого? Есть, знаете, ипмановский человек, да, с этими, с деревяшками. У него там все нормально. Вот. Вот. Мы его разрез пробиваем. Мы видим, что руки надо обходить. Да. Надо с линии атаки уходить. С линии атаки надо уходить. Да, вот руки. Руки у него. Вот так вот наносим удар. Обозначаем в голову. И бьем в корпус. Или даже вот так. На каком расстоянии обычно? Обычно мы работаем на расстоянии довольно большом, начинаем, да? Атака, вот как ближе подойти, тебе самому залепит, да? Вот от расстояния атаки, да? Чтобы от головы уклониться самому, от удара в голову ногой успеть уклониться самому. Раз, бам, достал, да? Урамикадзуки отбил руки, попал, да? Отбил руки. И понятно, что здесь уже не совсем по воздуху идет. Так, как атака может быть? На просто на скачке, да? Или передний на скачке, правый удар. Передний на скачке, правый удар. Вот просто прыгать на руки противнику бессмысленно. То есть, если делать скачок, то надо отойти в сторону и тогда сделать скачок. И здесь тоже отошел в сторону. Сделал скачок. То есть не на руки прыгать. Если на руки, то только их в стороночку убрал и пробил. В стороночку убрал и пробил. Стояли, да? Как боксеры все время. Не ждешь, когда тебе в голову ткнуто, а сбиваешь противника, уходишь. Уходишь. Можно стоечку изменить. Да, и пробили. Но здесь с этой стороны левая рука легче защищает, поэтому отойти и пробить, либо в корпус, потому что противник будет ожидать в голову. Раз, бам! Вот, либо под рукой. Раз, бам! Вот. Либо уж тогда придется с правой бить, с правой проламывать любую защиту. Вот, потому что тычок передней рукой можно пробить, но просто слабовато будет. На скачке влево. Такой удар будет, да. Или правый показал, а левый по корпусу. Правый показал, а левый по корпусу. Вот, и он тут еще размахивает своими руками, начинает. О, я получил. Качок это, ну, такой, на неподготовленного противника снизу. Подскочил и все. Мне больше нравится, когда есть подшаг. То есть вы еще не показали противнику, что вы на него идете. Корпус он, ноги он хуже гораздо контролирует. Например, на вас пошел, вы его остановили и пробили. Или вы остановили и тогда сделали тот же самый скачок, но более короткий. И здесь тоже подшаг, скачок, да? Подшаг, скачок. Я тут тоже думаю, как тут с разворота ударить. Не так просто. На подшаге хорошо бить с правой. Причем правую, от правой мы уйдем, от правой противника. Мы ее начнем блокировать раньше, чем он начнет бить. И это хорошо. Или мы левой обозначили, правой сверху добили. Правой обозначили, левой пробили. И все это еще может снабжаться догоняющим ударом. Вот. Раз, бам, противник отошел. А вы дали ему как раз. Вот. Раз, два, он руку поставил на место, зато открыл корпус с этой стороны. Ну, все, теперь.
Ну, я отступаю. Оп, и ему тяжело становится. Вот здесь у меня еще такой мешочек стоит. Это если подсечь нужно. Раз, два. И по ноге, если человек не успел отойти, по ноге ему попало. Вот удар с разворота не очень мне понятен. Вот, но удар с разворота ногой мне понятен хорошо. Вот. Все понятно. Ну вот тут я посмотрел небольшой такой тренинг от прославленного чемпиона миксфайта Шлеменко. Вот он рассказал, как он там одного прославленного, не помню, бразильца или кого там, или какого-то африканца сбил. Он ему показывал несколько раз сюда. Тот после второго-третьего раза ручки опустил в момент этого удара. А вместо этого удара пошел удар с разворотом, причем пришедшийся предплечьем. Ну вот здесь он мне мешает немножко, потому что обычно руки опускают ниже. Вот рука опущена ниже. Я что-то там обозначил. Вот он пошел на меня. Очень сильный удар. Ну просто выбивающий мозги. Тем более, что на предплечье нет никакой защиты. И вот этим в челюсть, это, конечно, здорово. Ну и кулаком тоже хорошо. Даже вот сейчас я не докрутился, и то удар прошел весьма серьезный. Еще лучше вот пропускать противника. Вот противник идет на вас, а вы вместо того, чтобы отходить, а может и отошли. Отошли, раз, бам. Отсюда. Ну, тут я получил хороший удар. Вот, а если бы противник голову не опустил, то есть руку бы не опустил, то я бы делал так, раз, два. Вот такой хорошая комбинация. Раз, два, раз. Хороший удар, хороший. Еще раз, вот как его назвать-то? Как назвать его? Не знаю, не знаю. Вот что здесь написано? Алекс. А, ну вот, собственно, имя уже есть, Алекс. Алексу, наверное, понравится это имя, поскольку он уже с ним ходит много времени, а я только вот сейчас заметил, что он Алекс. Вот, нравится мне еще вот этот удар. Снизу под руку, если он попадает, то может выбить сюда. Вот, если носочком, особенно под мышку. Вот, если не успеет противник. Ну, вроде как справа, а тут слева. Мы не проводим каких-то жестких ударов, потому что все это качается, все это вибрирует. Поэтому здесь работа на технику. А на силу, это вот по мешку. Там можно изо всех сил. Ну, вот для кого по мешку работать, для кому нужны мощные удары, а это, конечно, всегда полезно. Вот. Ну, вот и работаем по нему. Можно работать длинными сериями до усталости, пока рука не станет чугунной, и вы уже не сможете ее, будете бросать плечо. Предлагаю такое упражнение. Однажды попробовал, мне понравилось. 1000 ударов, но таких полновесных. То есть ты бьешь. Я, правда, бил по вот этому Алексу. Там, может быть, было просто, но все равно я набил вот этим конским волосом, который у меня, боксерские перчатки были набиты. Я взял потяжелее специально, чтобы загрузить как следует руки. Были взяты тяжелые перчатки. И я под конским волосом набил себе так, что у меня на суставах кровавые такие натертости возникли. 10. Фу, следующий. 10. Следующий. Он улетает, но мы должны все равно с дистанции его доставать. Еще 10. Еще 10. Еще 10. Со счета начинаешь быстро сбиваться, потому что, ну, задышался уже, да, тут нагрузка довольно тяжелая. Вот, и я так бил 1000 раз.
10 по 100. То есть здесь десяточка, секунда, вдох-выдох. Потом пробил сотню, подышал, секунд 20-15, следующую сотню. Ну и, конечно, в конце уже, я это не буду все показывать, в конце руки уже не поднимаются, и плечом приходится выталкивать, и здесь начинает работать нога, потому что больше нечем. Ты поднял руку, у тебя ничего не работает. Нога и корпус. А здесь уже ничего не остается. И оказывается, что удары по-прежнему сильные, когда вы выталкиваетесь ногой, а рука просто, даже как сосиска, летит. Чуть-чуть стоит ей закрепоститься на инстинкте. И уже удар весомый. Выбросить там за 12 раундов день 600 ударов, и чтобы все они были полновесные, ух, это тяжело. Ну, можно сказать, почти невозможно. Здесь мы 10 по 100, ну, считай, 10 раундов по 100 ударов. Ну, многие приходится мимо куда-то. Потом здесь все-таки нет ударов от противника, а они тоже сильно утомляют. Мы для таких вот внезапных ситуаций, ну, почти не готовимся. Конечно, на инстинкте кто-то голову там уберет. У меня тоже такое было, когда мне били бутылкой по голове, я голову убрал. И бутылка соскользнула на плечо. Вот ремнем тоже один раз по голове получил. Ну, тоже чудом качнулся в сторону, у меня только кусок кожи сорвало. Но задача, чтобы мы были здоровые, веселые и были готовы дать отпор негодяям, даже если это не один, а целая группа. Вот, для этого надо заниматься карате, заниматься боевыми искусствами. Всякому мужчине и во всяком возрасте это доступно. Ну, если мне доступно уже серьезно за 50, то я думаю, 20, 30 и 40-летним вполне это доступно. Поэтому не стесняйтесь, занимайтесь боевыми искусствами, работайте над собой. И, может быть, тогда придет понимание того, как за родину сражаться. Ну вот как-то так. Дачное карате. Слава России! Занимайтесь спортом. Занимайтесь боевыми искусствами.